Сейчас будет реклама робота-мойщика окон «Хобот». Интересно? Смотри, «Хобот 2С» — новый робот-мойщик окон. Робот озвучивает статусы своей работы на русском языке. Два ультразвуковых распылителя распыляют жидкость в разных направлениях. «Хобот 2С» уверенно удерживается на вертикальных поверхностях благодаря мощному инверторному двигателю. Распылитель преобразует воду в туман, подобно дыханию человека на стекло. Обновление приложения проходит по воздуху. Робот способен быстро очищать поверхности большой площади. Инновационные датчики вакуумного типа обнаруживают край очищаемой поверхности, позволяя мыть безрамные двери, перегородки, зеркала и обеспечивают максимально высокую защиту от падения робота. Благодаря новым датчикам и форме чистящих салфеток уборка в углах стала более эффективной.